да? Улыбается. Как прошло, Мария? Все прошло очень хорошо. Я воспользовалась своим правом, которое дано мне Конституцией, 27-й статьей, не свидетельствовать против себя. Также я подписала подписку о неразглашении, поэтому я не могу ничего говорить о том, как шел процесс. А это, в принципе, есть на обвинение? Ну, я в качестве свидетеля нахожусь. Так, да. А почему так долго? Как бы молчали? Какое развитие дальше будет это дело? Будете считать, что вы, я так понимаю, последний из президиума? Я сейчас на все вопросы буду отвечать только молчанием, потому что я связана подпиской, а не разглашением. Давление на вас не оказывалось? На всех белорусов последние 26 лет оказывается давление, особенно последние 3 месяца, поэтому мы сейчас при разговоре со следователями на вас оказывалось давление? Со мной очень вежливо обращались, да, абсолютно вежливо. Как думаете, эти люди справа до суда? У меня нет никакого мнения на этот счет. Какие деньги координационный комитет на ближайшие дни тебе проводит нарады и у дальнейших денег? Я думаю, что надо будем следить за тем, что происходит, и будем на это реагировать, естественно. Большое вам спасибо, спасибо за вашу поддержку. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.